Ну а сейчас любимая песня всех радиослушателей. Птички летят. Птички летят, бомбить поросят, и взрывают им домики, домики. Дрифт на котечек, фонг дрифт, я хасаню, мне так пофиг, кто на заднем первом. О, я базарю, стрельни за стул. Пипец мне. Ехать некуда, ну и хоть куда, половина пятого утра, походу все. Нет. Короче, сегодня обычно один в Чикинган едем, короче, не знаем куда. Сейчас мы наблюдаем, как ослик под названием дебилы пытаются сделать себе дом. Это очень редкий вид поросят и петухов, так что это эксклюзивные кадры. Как мы видим, они пытаются поставить что-то наподобие штор, но на самих себя. Господи, какие же это тупые дебилы. Ой, ё-моё, горю, спасите! Мама, я покакала. Куда ты покакала, дочь моя? В самый красивый унитаз.